Какой-то схеме. Хорошо, спасибо. Все, до встречи. Вот видишь, какая-то там послушание. Да, видишь, она писала траекторию. Ну да, она идет вообще. Ну, просто идет туда, как бы подводит. Ну, грубо говоря, там, ну, в принципе, это как будет реагировать, как собака. А ну это нормально. Но это же было неплохо, понятно. Потому что что он был, это все равно мы как технические мероприятия, на это, да? Мы не можем определить собаку, какие у него там, да, ну, почему он там, ну, сравнить, возможно, ну, как ни крути. Ну, да. Не знаю. Я девушки никогда не ударял. Я послушал, не послушал. Понятно. Все равно. Мы не можем это здесь, это не наш стадион. Не реагирует, как бы.
если бы наши дети были как бы денег тоже управлять, да? Ну, если она как бы с нервами не очень, то а как ты ей будешь управлять, как она реагирует на все подряд? Дюха, садись. Это, конечно, не так ходят там прилично собаки. Ну, они ходят и они там, вот там в барке Дюлона ходят, а вот это там выдают. Это говорит Рим. Ну, Рим, не наш, у нас нельзя, у нас собака на улице. Сейчас отставать. Осталось видео снимать 11 минут 42 секунды. Там ему гладку. Длительность видео ограничивается. Ты уверен? Да. Длительность ролика. Да, да, да. То есть она картинка не будет настолько заполнена. Целый день мы с тобой давно не болтаем. А то получается, ты знаешь, как бы... Гостиницу снял, там видео. А если бы до ночи съехать, ну, на поисковую палатку, то ты будешь так и рогать. Thank you.
Ты чё? Не получилось, да? Не получилось. Что? Что случилось? Это все? Это конец упражнения или нет? Это конец упражнения? Все? Спасибо.